Очень важно, чтобы люди мобилизовались. Это только начинается завтра. Я думаю, что это процесс. Этот процесс я его рассматриваю как процесс диалога. Я его рассматриваю, как когда они не хотят нас слушать и просто разговаривать. Это на третий Майдан? Нет, я думаю, что, во-первых, третьего Майдана быть не может, потому что второй еще не закончился. Это главные вещи второго не закончены. Надо закончить второй Майдан. А что такое второй Майдан? Это смена политического класса. Сменить тех людей, которые 25 лет уже управляют Украиной бессменно. Сменить их методы подхода к людям. Сменить их насмешливые отношения, отношения к людям как к быдлу. Поэтому я думаю, что это не третий Майдан. Это в той форме, когда власть разговаривает с людьми монологами о том, что они провели 144 реформы, что людям жить хорошо. Просто люди приходят и заставляют власть вести диалог. В принципе, это должно быть обычной функцией власти вести диалог. Они от этого отказались, поменяли диалог на монолог, а сейчас люди приходят и будут заставлять их вести диалог мирным, спокойным методом. Вот и все.